Здравствуйте, дорогие зрители канала «Баланс ТВ». В студии Инга Гончарова и Ольга Мотовилова. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой аюрведы Института восточной медицины Борис Рогозин. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Тема беседы у нас сегодня очень интересная и наверняка волнует многих. Сегодня мы поговорим о том, как прожить счастливо до 100 лет. Борис, я думаю, что очень многие наши телезрители хотели бы прожить до 100 лет. Но, как известно, большинство долгожителей живут не в мегаполисах. Они сами выращивают продукты экологически чистые и не питаются в супермаркетах. Так вот, как же стать долгожителем в ритмах мегаполиса? Мой учитель, который был буддийским монахом и учил меня пульсовой диагностике в Индии, он умер, когда ему было 125 лет. Поэтому на его примере, конечно же, могу поделиться с вами некоторыми идеями. Из 125 лет, примерно 70 лет он прожил в городе. И он, так как он был врачом аюрведы, он ежедневно принимал людей. Это был город Бомбей. Я думаю, что еще более загрязненный, чем Москва. Потому что в Индии не всегда следят за тем, за выбросом газов и так далее. И он, конечно же, жил согласно аюрведе. Он следовал очень большому количеству принципов для того, чтобы поддержать свое здоровье. И при этом практически больше половины дня он проводил с людьми, которые приходили ему на прием. Поэтому как бы у него было очень много таких практических наработок, что же делать, когда и как делать. Поделитесь, пожалуйста, этими секретами с нашими зрителями. Ну, в первую очередь, он, конечно же, правильно питался. То есть он говорил, что качество еды влияет на работу нашего тела. И поэтому он подходил к питанию, не следуя каким-то диетам. Он просто каждый день подбирал то, что ему необходимо. Он говорил, что самое правильное для западного человека – это когда вы утром подходите к холодильнику, открываете его, вы смотрите, смотря на те продукты, которые у вас есть, вы смотрите, что же вы можете съесть именно сегодня. Потому что когда человек планирует то, что он будет есть завтра и послезавтра, это немножко сбивает организм с толку. И очень важно в зависимости от нашего аппетита сегодня определить, что же мы можем вот съесть в данный момент. И, соответственно, он говорил, что если, например, у вас есть там какой-то творог, кисломолочный продукт, но если вы понимаете, что, допустим, тело чувствует прохладу, проблемы с пищеварением и тяжестью, лучше не есть что-то такое тяжелое, как творог. Допустим, может быть, выпить чай с какими-то легкими там, овсяными печеньями и так далее. Вот. То есть диета была одна из основных и ключевых моментов, которые он все время говорил. А следующее, на что он обращал внимание, это на время приема пищи. Он говорил, что человек должен всегда принимать пищу в одно и то же время. Тогда организм подстраивается, у него налаживаются ритмы, биологические ритмы. И пищеварение работает правильно, выработано. Также он обращал внимание на то, как мы едим, то есть в какой обстановке, с кем. Он говорил, что аюрведа упоминает очень часто о том, что очень важно или есть в одиночестве, или в очень хорошей компании, при этом не позволять себе очень много говорить, когда вы едите, чтобы пища была правильно пережевана и, соответственно, правильно переварена. И также он говорил о том, что никогда не нужно есть на ночь, потому что когда мы едим на ночь, наше пищеварение не работает достаточно правильно, пищи не усваивается, и у человека накапливается много слизи и токсинов. Можно задать уточняющий вопрос. Вы сказали, что человеку нужно кушать то, что ему хочется. Я правильно понимаю? То есть вот мы смотрим на пищу и понимаем, вот это я сейчас хочу съесть, вот это я сейчас не хочу съесть. Мой организм это не хочет. Как быть со временем приема пищи? Вот сказали, что лучше питаться в одно и то же время. Но иногда бывает так, что подошло время обеда, но кушать не хочется. Здесь да, тоже таких, стоит слушать себя? В таких случаях аюрведа говорит о том, что лучше всегда пропустить этот прием пищи. Просто, может быть, попить теплой воды или выпить стакан чая для того, чтобы, ну, скажем так, немножко тепла опустить в желудочно-кишечный тракт в виде там воды. Но пропустить, конечно же, питание или же принять чего-то совсем немножко для того, чтобы поддержать огонь пищеварения, но в то же время не переедать именно в этот момент.
То есть дождаться момента, когда все-таки будет хороший аппетит, и тогда уже покушать то, что хочет организм. Да, и вообще по принципам аюрведы очень важно питаться, когда есть аппетит, который возник не здесь, не в голове, когда мы смотрим на какую-то красивую пищу, а именно в желудке, когда у нас есть ощущение именно голода из желудка. У меня в связи с этим тоже уточняющий вопрос. Вы сказали, что нельзя кушать на ночь. Тем не менее, я слышала, что если вы очень голодны, то даже проснувшись ночью, необходимо что-то скушать. Вопрос в том, что мы можем скушать, да? Что об этом говорит аюрведа? Аюрведа – это такая наука, которая говорит то, что хорошо, и то, что плохо. Она рассказывает очень подробно, если вы делаете неправильно, что может быть. Но она также говорит о том, что если вы все-таки делаете неправильно, то что делать для того, чтобы это не навредило вам очень сильно. То есть, другими словами, если вы кушаете на ночь или ночью, то что можно кушать, чтобы не было очень вредно? Ну, в аюрведе рекомендуется в таких случаях после приема пищи, когда вы едите на ночь или ночью, принимать определенные травы и специи, которые помогают пищеварению, помогают пищу переварить. К примеру, в Индии очень часто во многих кафе, ресторанах всегда дают после приема пищи тарелочку с фенхелем. Фенхель – это специя, которая, если пожевать после еды, она помогает энзимам и ферментам выделиться еще больше. То есть пища будет лучше перевариваться. Вот сейчас наши взгляды привлекает вот эта замечательная книга, которую вы привезли с собой. Пожалуйста, расскажите, что это такое в двух словах и что за секреты там поведаны. Ну, в аюрведе есть очень много классических текстов. И когда я учился в Индии, в университете аюрведическом, мы как раз изучали один из этих текстов. Он называется «Чарака Самхита». Этот текст интересен тем, что он был написан несколько тысяч лет назад. И до сих пор многие рекомендации из этого текста, они актуальны. Они актуальны тем, во-первых, этот текст интересен тем, что глубина познаний врачей того времени, она потрясающая, потому что многие моменты, многие методы лечения до сих пор врачи современной аллопатической медицины не могут объяснить, как это было. И одна из глав, так как наша тема сегодня связана с продолжительностью и качеством жизни, одна из глав посвящена разделу Расаяна. Расаяна – это раздел омоложения, продления жизни. И дело в том, что все тексты в аюрведе построены таким образом, что сначала описывается, как нужно жить, какие-то правила, рекомендации, потом описаны различные заболевания, как их лечить, и в конце описаны методы продления и восстановления, скажем так, после заболеваний, и, конечно же, восстановления качества, улучшения качества жизни. И я хотел вкратце прочитать один из текстов, который описан в разделе «Чикитсастана». Это раздел, посвященный лечению и восстановлению после заболевания. И вот Чарака, он пишет рекомендации для тех, кто хочет прожить дольше, и тот, кто хочет прожить более качественно и счастливо. Потому что в конце каждого стиха этой главы именно рассказывается, что эти методы помогут вам прожить более продуктивно, продлить качество жизни и продлить саму жизнь вот, в целом. Итак, Чарака он пишет, что люди, которые честны и у которых отсутствует гнев, те люди, которые избегают алкоголя и которые не преданы беспорядочным сексуальным отношениям, люди, которые соблюдают ахимсу, что или, такое ахимса? Или ненасилие. И люди, которые постоянно занимаются практиками, которые приводят их ум в баланс. Те люди, которые контролируют свой, контролируют то, что они говорят, и регулярно повторяют имена Бога. Те люди, которые чисты как внутри, так и снаружи. То есть человек, который принимает регулярно омовение. Те люди, которые периодически практикуют какие-то практики, направленные, допустим, на очищение. Например, то, что я говорил, разгрузочные дни. Ходят в какие-то святые места и так далее. Те люди, которые часто ходят в храм, уважают животных, уважают людей, более старших людей, уважают преподавателей, уважают пожилых людей. Те
кто периодически подвергает себя благотворительности, то есть тот, кто участвует в каких-то благотворительных проектах. Те, кто регулярно в одно и то же время ложится и регулярно в одно и то же время встает. Те, кто употребляет молоко, потом я расскажу более подробно, что имеется в виду. Те, кто постоянно принимает пищу в одно и то же время. Те, кто контролирует свое эго. И те, кто относится ко всем религиозным направлениям, ко всем богам, очень почтительно. Эти люди могут прожить очень долго и счастливо. Они не будут болеть. Их взор всегда будет погружен внутрь тела. И они будут знать, в какой ситуации, что говорить и как себя вести. Вот. Но это один из, скажем так, один из большого количества стихов, которые в этой главе описывают какие-то вот рекомендации, связанные с правильной жизнью. И, конечно же, о молоке немножко, потому что часто мои пациенты спрашивают, нужно ли пить молоко регулярно. Вчера я имел в виду молоко коровы, которое натуральное. То есть, соответственно, в наших условиях это фермерское молоко. То есть не нужно пить молоко постоянно любого производителя, иначе оно может быть, наоборот, негативно сказываться на теле. Скажите, а если нет возможности покупать натуральное молоко, лучше его вообще не пить в таком случае? Конечно, правильно лучше понимаю? Его вообще не пить, да. Хотелось бы уточнить, люди, влияет ли конституция тела на продолжительность жизни? Люди с какой конституцией тела могут быть долгожителями? Или это не взаимосвязанные понятия? Ну, дело в том, что с одной стороны это взаимосвязано, с другой стороны нет. Потому что конституции или то, с чем человек родился, это как бы влияет больше на склонности к тем или иным состояниям тела, к каким-то заболеваниям или каким-то состояниям, каким-то проблемам. И поэтому, если человек понимает свою конституцию, принадлежит ли он к вата-конституции, к пита-конституции или капа-конституции, он может с помощью правильной диеты, трав и препаратов поддержать и улучшить качество жизни, предупреждая себя от заболеваний. Соответственно, если он осознанно ведет свою жизнь, он понимает, что с этим делать, то это как раз все в совокупности и влияет на качество и продолжительность его жизни. Поэтому это не связано напрямую с дошами. Другими словами, уравновесив свои доши, можно улучшить качество жизни, но не продлить ее. Можно улучшить качество жизни, продлевая ее, то есть ее. Улучшая ее. И на самом деле, опять-таки, возвращаясь к этому же тексту, здесь также приводится очень много рецептов, которые Чирака говорит, именно продлевают жизнь. То есть не просто улучшают качество, а именно продлевают. Конечно же, можно только догадываться, что он имел в виду и на сколько лет. Но в некоторых стихах он говорит, что это продлевает, допустим, на 10 лет или продлевает на 100 лет. Соответственно, человеку остается только попробовать, действительно ли это получится. Я могу вам зачитать тоже один очень короткий стих, как раз подготовил. Итак, я думаю, что все знают про такой препарат или средство трифола, которое известно очень, в России оно везде продается. Но на самом деле ту трифолу, которую мы используем в виде порошка, это не тот препарат, о котором в данной главе пишет Чирака. И Чирака, он говорит, что экстракт трифолы, то есть трифола квад, то есть на самом деле в России тоже зарегистрирован этот препарат, экстракт трифолы, он зарегистрирован как трифола чай. Итак, если трифола смешана с несколькими травами, я просто назову, без углубления, что это за травы, мадука, тагара, пипали, хани, ги в то же время, то это не просто омолаживает, это продлевает жизнь на 10 лет. Вчера как говорил об этом. Конечно же, надо просто попробовать. И он рекомендует в конце, что это средство должно употребляться регулярно. И вот как раз этот трифолоквад, если
вы употребляете это трифолоквад в виде напитка ежедневно там, по одному стакану, и в течение дня вы периодически едите ги, как раз это тот рецепт, о котором говорит Чирака вот, в этой главе, то, что продлевает качество жизни. Регулярно это в течение всей жизни? Видимо, да. Сразу уточняющий вопрос, поскольку нас смотрит большое количество зрителей, и наверняка многие, услышав такой замечательный рецепт, поспешат его попробовать. Есть ли какие-то ограничения, чтобы не навредил себе человек? Ну, в первую очередь, всегда, когда вы принимаете травы, специи, как и любые продукты, человек, конечно же, должен учитывать индивидуальную непереносимость, потому что на любое, даже самое волшебное и прекрасное средство у какого-то человека может возникнуть просто аллергия. Поэтому всегда нужно приложить здравый смысл. Конечно же, лучше всего проконсультироваться с врачом, вот как минимум. И в то же время вот у меня на сайте есть конкретные рекомендации по употреблению непосредственно этого средства, трифолоквад, о том, как, когда его, в каком возрасте его. Допустим, Чирака говорит о том, что все средства, которые использованы вот в этой главе, нельзя употреблять детям, к примеру. Ну, потому что омоложение начинается не с 3 лет и не с 2 лет, конечно же. Очевидно. Да, после того, как тело полностью сформировалось, а это 28 лет, 25-28 лет. То есть, когда человек полностью сформировался, после этого он может начинать какие-то процессы, связанные с продлением качества и омоложением. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, климат как-то влияет на здоровье человека? Вот где более благоприятно жить? В теплых местах или там, где климат меняется 4 раза в год? В одном из следующих стихов Чирака говорит, что очень важно уделять внимание климату, в котором вы живете. И здесь, конечно, можно вернуться к дошам, потому что для Душа ваты... это конституция, да, тела. Конституция человека, потому что для людей ваты, таких более, ну скажем так, худых, более подвижных, для них, конечно же, теплый климат – это идеально. Это то, что будет влиять на качество их жизни. У них никогда не будут болеть суставы, у них всегда будет поменьше нервного стресса, именно внутреннего такого состояния. И поэтому для них лучше всегда тепло. Для питы, наоборот, лучше прохладная температура. То есть, допустим, наш климат может быть даже более суровый, жесткий, потому что это люди, у которых в основном есть очень много тепла, у них очень хороший огонь пищеварения, и чем холоднее, тем лучше работает огонь пищеварения. А для капх людей, то есть таких более полных, тучных, у тех людей, у которых скапливается много жидкости, для них лучше такой нейтральный климат, то есть немножко тепла, немножко прохлады, такое что-то посередине. А интересно, таким образом как-то сказывается переезд человека из одной страны в другую? Если я родился в одной стране, допустим, холодной, прожил большую часть жизни, потом переехал в Африку, например. Это же наверняка стресс для организма. Правильно. Я могу на своем примере рассказать, потому что когда, ну, то есть в свои 27 лет я поехал в Индию на 9 лет, потому что я учился там в университете. Конечно же, для меня климат Индии, он был хорош, когда я приезжал туда просто на несколько дней как турист, но когда я там остался жить на целых 9 лет, то это совершенно по-другому, потому что в Гуджарате этот штат, он славится своей жарой, то есть летом это 55-60 градусов. Да, вот. И, соответственно, даже моему организму это было довольно-таки тяжело переносить, потому что организм изнашивается, очень много жидкости приходится пить. Ну и, конечно, происходит изменение слизистой желудочно-кишечного тракта. Начинаю употреблять другие продукты, именно локальные. Я как бы постарался поддерживать, пил очень много трав специально. Но, тем не менее, допустим, для меня, когда я вернулся в Россию, этот климат такой более подходящий. Ну, есть очень много других примеров. Наоборот, люди, болеющие какими-то заболеваниями или имеющие склонность к заболеваниям, переезжая, там, допустим, в более теплый климат или в более холодный климат, наоборот, они выздоравливают, им становится легче. К примеру, люди, у которых астма или склонность к бронхиальной астме, и которые переезжают в более открытое и более чистое пространство, очень часто они выздоравливают. Просто сам по себе переезд, обстановка, она влияет на улучшение качества жизни. Спасибо большое. И вот, продолжая нашу тему, как прожить качественно эти 100 лет, скажите, зачем вообще жить так долго? Ведь большинство близких, долгожителя, уже покинут этот мир наверняка, и силы уже не те. То есть вот смысл жить такую долгую жизнь? Ну, я думаю, что это интересно тем людям, которые хотят чего-то достичь в жизни, которые представляют, зачем они живут и каков их смысл.
Опять-таки, мой учитель, он говорил, что из тысячи людей лишь один стремится к совершенству. Из тысячи людей, которые стремятся к совершенству, лишь один понимает, что он хочет достичь в этой жизни. Из тысячи людей, которые понимают, что они хотят достичь в этой жизни, лишь один достигает этого. И из тысячи людей, которые достигают этого, лишь один понимает, что же с этим делать. Соответственно, процент не очень большой. И поэтому, когда человек целеустремленный, когда человек понимает, что он хочет, как этого достичь и что же с этим делать, то я думаю, что все проведенные годы, они в радость. Если же наоборот, человек не понимает, зачем он так долго живет, что же с этим делать, как этого достичь, то жизнь, она приносит много разочарований. Я видел очень много пожилых людей, которые не понимают, зачем они прожили. Да, конечно, они вырастили, там, допустим, посадили дерево, скажем так, построили дом и так далее. Но иногда человеку это не доставляет какого-то удовлетворения. Поэтому все, конечно, зависит от того, для чего человек живет. А какие-то, может быть, у вас из вашего опыта или из опыта ваших пациентов примеры счастья в преклонном возрасте, откуда люди черпают его? Вы знаете, я несколько лет назад на Кавказе, на территории России, встретил одного горца, которому было 103 года. Он, думаю, что последние 50 лет занимается тем, что пасет овец в горах каждый день. Он пьет очень много вина, очень много курит. И у него, кажется, если не седьмая, то восьмая жена. Говорит, я очень счастлив. Все то, что я делаю, доставляет мне большое удовольствие. И это как раз такая категория людей, которые любят саму жизнь. Как она идет, как она течет, что происходит в этой жизни. И это опять-таки одно из мнений. Вот. И, конечно же, многие говорят о том, что пить вино, курить – это плохо. Но, как я говорил, человеку больше 100 лет. Вот. При этом, конечно же, здесь, потому что он говорил, что его дедушка, его папа, его дедушка, его там, прадедушка, они все были долгожителями, они жили все больше 95 лет. То есть здесь гены, здесь воздух, потому что и у него большая физическая нагрузка, соответственно, он питается только свежей пищей и так далее. И он употребляет большое количество трав, говорит, я рву травы в горах, я их сушу, там, его жена, она делает ему чаи различные и так далее. То есть, и он как бы рад именно от процесса вообще, то, что происходит с ним. И при вопросе, как долго вы собираетесь прожить, он говорит, все в руках Аллаха, все. Поэтому это как раз человек, который погруженный. То есть с виду внешним мы можем подумать, какой плохой образ жизни он ведет, да, там курит, пьет, непонятно, что у него с женами. Но он именно, может быть, такой более глубокий человек, сказать, глубже любого жителя города, он подходит именно к процессу познания себя, познания мира. И, конечно же, глубоко духовный человек, потому что все, что он не делает, даже тост, который он пьет вначале, он всегда посвящает Богу. Вот это важно. Ну и вообще на Кавказе люди, когда они выпивают, они всегда первый тост, первые несколько тостов посвящают Богу. Интересно, вот пример этого человека вы привели, то есть он противоречит тому стиху, который вы зачитывали из Чарака Самхиты, что там было сказано как раз, что воздерживаться от того, 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 вот, а здесь противоположный пример. Здесь вот с чем это связано? Это связано с генами, скорее всего, это то, что ему, скажем так, положено, то, ту продолжительность жизни, которую ему не нужно заслуживать или что-то для этого делать. И он как раз, это та категория людей, которые очень счастливы, потому что он, как я говорил, он просто любит все то, что он делает. Он говорит, я, говорит, почти ни о чем не жалею. То есть он как бы счастлив. И, конечно же, как всегда, что есть правила, есть совершенно, так сказать, исключения из правил. Я думаю, что он как раз одно из исключений из правил. Говорит ли это о том, что заботиться о своей душе, о своем внутреннем гармоничном состоянии для человека гораздо более важнее, чем заботиться о своем теле? Я думаю, что очень важно, чтобы каждый человек он смог найти баланс между заботой только о теле и между заботой о душе. Потому что я видел очень много людей, озабоченных своей диетой. Каждый день они следуют какому-то жесткому расписанию, они обязательно вовремя, но они несчастны, потому что весь их день занимает только то, что делать такие-то правила, потом делать другие, после этого третье. Особенно вот эти люди, которые ходят одновременно к нескольким специалистам. Каждый им говорит что-то разное, и они, конечно же,
Поэтому, как бы, то есть человек, с одной стороны, живет правильный образ жизни, но немножко озабоченный, потому что он озабочен только состоянием тела, его больше не интересует душа. Вот. Поэтому, когда человек находит гармонию между состоянием тела и души, то есть посвящает себя и в молитве, и в медитации, и заодно грамотно поддерживает свое тело, я думаю, что это самое правильное и самое необходимое, особенно для жителей мегаполиса. Спасибо. Пример с горцем, который вы привели, он для многих людей современных является таким неким оправданием, так скажем. Вот люди часто любят ссылаться. А вот ведь на Кавказе живут же люди. Да, значит, и мне можно. Вот вы как относитесь к этому? Ну, я, конечно же, когда ко мне приходит человек на консультацию, я, конечно же, не рекомендую ему делать все это, потому что, в первую очередь, это чистый воздух, который есть у этого горца. У нас его нету. В принципе, не может быть в ближайшее время. Конечно же, уровень физической нагрузки, потому что он ходит по горам 10-15 километров ежедневно, то есть совершенно другое. Поэтому у него очень сильный метаболизм, то есть все сжигается и переваривается. То есть совершенно другой образ жизни. Построение работы тела, оно по-другому. Надо понимать, что в городе человек 70% энергии тратит на именно расходуется энергия через ум, и поэтому и потребление продуктов, их легкость, их качество должно быть совершенно другое. И все зависит от физиологии человека. Как она работает, насколько пища правильно переваривается, насколько человек подвергается стрессу. То есть я, конечно же, рекомендую определенную диету. Ну, скажем так, я рекомендую больше, какие продукты хорошо, какие не очень для этого человека. И если человек питается вовремя и пьет определенные травы, то организм, он выстраивается, налаживается. Спасибо. То есть, если я правильно понимаю, вы сказали, что очень много стресса приходит из ума, да, у людей в мегаполисе. То есть состояние нашего ума, оно влияет очень сильно на состояние нашего здоровья, да? То есть не просто состояние нашего тела, правильно? Да, я думаю, что у людей, живущих в городе, практически 90% проблем – это то, что связано с умом. Потому что человек, заходя, к примеру, в метро в час пик, он видит людей гораздо больше, чем любой житель деревни. Он не видит столько людей, может быть, в течение полугода. Мы сразу видим, да? То есть это беспокойство, это отстаивание себя в том же метро, да, когда вы хотите встать, так чтобы вас не помяли случайно, кто-то на вас не наступил. Стресс на работе, которому мы все подвергаемся, опять-таки отстаивая свое место, делая какую-то работу, может быть, которая нам не нравится, что само по себе угнетает человека. Различные беспокойства в семье, в обществе, большое количество информации – это то, что разрушает наш организм. У кого-то это влияет просто на ухудшение аппетита, питания, у кого-то понижается жизненный тонус организма, у кого-то происходит гормональный дисбаланс. То есть эмоции и различная информация, она влияет на человека по-разному. И как раз аюрведа – это такая наука, где с помощью диагностики, с помощью пульсовой диагностики врач может понять, с чем же связано причина заболевания, то есть это проблема в какой из систем, чтобы привести в порядок эту систему и чтобы восстановить силу человека, восстановить силу его, скажем так, восприятия информации. Потому что в аюрведе есть такое понятие, как ама или токсины. Мы в основном все привыкли говорить о токсинах тела, то есть когда мы что-то неправильно съели, неправильно там выпили и так далее. Но на самом деле есть также токсины ума. Если человек накапливает большое количество токсинов ума, то также нервная система перестает правильно функционировать. И очень важно, чтобы человек поддерживал нервную систему в хорошем состоянии, для того, чтобы следующая порция информации, которую он получает завтра и послезавтра, могла правильно перевариваться, усваиваться и распределяться по телу. Какие рекомендации дает аюрведа, или, может быть, в этой замечательной книге есть такие рекомендации, как поддерживать свой ум вот в этом здоровом состоянии, потому что действительно очень много стресса. Как его привести в равновесие, в баланс? В первую очередь и Чарака Самхита, и другие тексты аюрведы, они говорят о том, что очень важно, чтобы ежедневно человек посвящал свою деятельность духовности, то есть он погружался в себя, повторял какие-то мантры или молитвы для того, чтобы он вспоминал о том, что все находится в руках Бога. Об этом также говорится вот в том стихе, в котором я читал, чтобы человек ходил в какие-то святые места, ходил в храмы и так далее.
И то, что используется в йоге, это медитация, такое погружение, концентрация на каких-то своих эмоциях и так далее. Многие люди в наше время используют помощь психотерапевтов, которые также помогают разгружать эмоциональный фон. Это когда человек не может работать со своими эмоциями. Ну и, конечно же, в Аюрведе рекомендуется для того, чтобы человек не уходил в какую-то депрессию, такую хроническую усталость, очень важно периодически выходить на свежий воздух, то есть именно на открытое пространство, потому что наше тело лучше функционирует, когда мы ходим по лесу, когда мы ходим вдоль какого-то озера, когда мы выезжаем куда-то за город, где нет такого большого количества стресса, и организм как бы перезагружается. То есть это также связано с другими положительными эмоциями, которые убирают старые негативные эмоции. Борис, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Очень много было полезной и интересной информации. И в завершении нашего диалога, что бы вы могли порекомендовать нашим телезрителям для того, чтобы прожить не только долгую, но и счастливую жизнь? Ну, я бы порекомендовал, чтобы человек научился осознанности. Осознанность – это значит, когда вы каждую минуту осознаете, что же с вами происходит. Как говорят в Греции, когда вы строите дом, строите его, как будто бы вы проживете 100 лет. А когда вы кушаете, кушайте, как будто бы вы едите в последний раз. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня беседа о том, как прожить долгую и счастливую жизнь, прошла с доктором аюрведы Борисом Рогозиным. С вами была я, Инга Гончарова. И Ольга Мотовилова. Дорогие зрители, я напоминаю, что посмотреть эту, а также другие понравившиеся вам передачи вы можете на нашем сайте balance-tv.ru, также на наших страничках в социальных сетях. До новых встреч в эфире и всего вам самого лучшего! Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют. Уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе «В поисках бессмертия». Два друга отправляются в Гималаи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималаи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте. В поисках бессмертия.ру